класса, будто бы сон пролететь, но сколько за них мы сумели, успели. 4 года нашего прекрасного детства пролетели как миг. Мгновение теплого и доброго общения. Мгновение улыбок и гармонии. Мгновение отзывчивости и дружба. Ведь как будто только вчера с нашими милыми родителями мы открыли ворота этого цветущего двора. Зашли в таинственный мир уже родного нам здания. Где стоит запах книг и тетрадей, запах ручек и карандашей, запах красок и бумаг, аромат детства. Куда уходит детство, в какие города? Оно идет неслышно, пока весь город спит. Будет детство где-то, но не здесь. В наших ушах уже всю нашу жизнь будет звенеть первый звонок любимой школы, который нас провожал в родной класс, где проходили наши первые уроки. Где впервые в жизни чувствовали радость познания, где открылись наши глаза широко-широко. Где брали в руки волшебные ручки и писали священные буквы родного языка. Где познакомились с нашим ангелом-хранителем со Солдатовой Натальей Владимировной. Наталья Владимировна, вы наше сокровище. Вы наша самая родная душа. Вы наша защитница, вы наша покровительница, вы наша опора. Наш самый умный, самый добрый, самый талантливый учитель. Самая нежная, самая красивая, самая ласковая женщина в нашей жизни. Наш самый первый авторитет, первый руководитель, первый вождь. Наш первый друг, первый пример, первый идеал и первый кумир. Ваша солнечная улыбка согревает наши сердца. Ваши мудрые слова бесконечно звучат в наших ушах. Вы за руку нас привели к началу трудового пути. Посели в сердцах добро, научили распознавать зло. Научили нас многому и ценному, научили нас думать и размышлять. Ваши наставления будут с нами всю нашу жизнь. Вы же где потом не будем, ни за что и никогда. Ваш конец нам не забудем, вы учитель наш всегда. Встречали вы нас просто малышами, а сейчас выпускаете в 5-й класс. Еще со школой рано нам прощаться, еще учиться много-много дней. Но наступило время расставаться с учительницей первой своей. 4-й наш замечательный класс сегодня грустит, что уходит от вас. Ведь мы в сентябре будем вовсе не с вами. Нам грустно, ведь мы стали с вами друзьями. Переходим в 1-й класс, выпускной сейчас у нас. Придут другие ребята в уютный светлый класс. А мы обещаем и в 5-м быть достойными, умными и послушными. Мы ведь в начальной школе научились культурными быть. Мы друг другу помогаем, всех вершин мы достигаем. Возьмем с собой умения, возьмем с собой знания, возьмем с собой к науке стремление и старание. Вот и прозвенел последний звонок. Будет в 5-м классе следующий урок. С нетерпением ждет нас взрослевший 5-й класс. Но сказать спасибо, дружи, нам в начальной школе нужно.